К выборам готовятся и алматинские студенты. Как узнать свой избирательный участок и правильно проголосовать? Об этом учащиеся нархоза спросили у представителей Центра избиркома. Специалистов пригласили в учебное заведение, чтобы они провели своеобразный мастер-класс. Замечательное мероприятие студенты организовали, пригласили меня, чтобы мы смогли рассказать, как проводятся выборы в нашей стране, да, какие нормы есть. Вот, об этом сегодня вот мы рассказали, какими правами обладают избиратели, кто ими является, то есть как можно узнать, на каком-то избирательном участке будешь голосовать, допустим. Представители избиркома дали студентам пошаговую инструкцию, что должен знать каждый избиратель. Во-первых, расположение своего участка. Эту информацию легко получить в колл-центре ЦИК. Во-вторых, проверить наличие своей фамилии в числе избирателей. Полный список будет доступен уже завтра на сайте организации. Прежде чем сделать выбор, нужно узнать всех кандидатов и взвесить все за и против. Ну а 20 марта прийти и проголосовать. Избирательные участки будут работать с 7 утра и до 8 вечера. Для большинства студентов, которые сегодня пришли на мероприятие, предстоящие выборы первые в жизни. Многие молодые люди думают, зачем ходить на выборы, они пройдут и без моего участия. Я считаю, что это неправильно, наше будущее в наших руках, и мы должны сделать свой выбор.